Жители округа, представители администрации, лесники и даже байкеры. Такая компания собралась в Нахабино в районе улицы Новая Лесная. Повод для встречи – очередная из серии экологических акций в красногорских лесах. Это уже пятый субботник, который организован администрацией округа при содействии областного комитета лесного хозяйства. Прежде чем мы выезжаем на ту или иную территорию, проводится мониторинг Мособлесом о состоянии леса. И, видя обстановку, они сигнализируют нам о том, что крайне необходимо оказать содействие, помощь в проведении субботника на той или иной территории. То есть выявляется, помимо нашего зеленого патруля, который у нас есть в Красногорском округе, зеленый патруль, еще мониторится со стороны самих лесников. Субботники уже прошли в районе Изумрудных холмов, вблизи КГБ номер 1, а также на улице братьев Горожанкиных. Участки разные, а проблема везде одна. Вот и здесь, в первом квартале Опальховского лесничества, та же картина. Достаточно такой загрязненный участок, запущенный, я бы сказал, просто рядом автосервис какой-то, то есть какие-то покрышки скидываются. И вообще бытового мусора обычно вот от жителей, от отдыха, достаточно много. Надежда на неравнодушных и ответственных. Дмитрий Ковалев нашел время выбраться на субботник в Красногорске, хотя сам живет в Дедовске. Все дело в любви к чистоте и порядку, говорит Дмитрий. В акции участвует вместе с маленькой помощницей. Ну, я спросил, конечно, могли с бабушкой оставить дочку. Я говорю, поедешь со мной на субботник? Она, да, поеду. В том году ей понравилось, мы там парк убирали, листья. Красивый парк стал. И вот она с тех пор. Ей нравятся такие мероприятия. В ходе акции удалось собрать порядка 8 кубов мусора. Это почти полный специализированный бункер для отходов. В округе планируют провести еще серию акций и сделать чище еще несколько участков леса. Все будет зависеть от погодных условий.